Доброе утро, чат. Всем привет, чат. Рад вас всех видеть, спасибо, что пришли. Воу-воу-воу. Чё, как оно? Бля, сори, чат, что так получилось, что это операция, потом до этого я болел. И вообще без ирлов вас оставили. Сори, рил, виновен я. Я виновен. Ну, мне надо было сделать эту операцию. Но я виновен. Я во всём виноват. Виновен я. Из-за меня это сейчас нихера не происходит. Но чтобы загладить свою вину, я вчера дал задание Романычу. Романыч дал указание, что сделать с Копатычем, чтобы сделали электроусилитель руля, проверили все тормоза, ТОХУ, масло, все поменяли, чтобы как только я смогу выходить на улицу, сразу у нас Копатыч был в полной боеготовности, сразу дрифтить можно было бы поехать и так далее. Купил еще одну Е28. Как помните, у нас есть машина, этот Крош, помните? Серая BMW наша старая. Я купил точно такую же BMW, только с более мощным мотором, с документами, со всей фигней, за 165 тысяч рублей. С нее снимут все, что нам нужно. На кроше будет мотор, теперь мощнее. Там, по-моему, 2.5 литра, если я не ошибаюсь. Плюс всякие штучки с нее снимут и так далее. Как донора, короче, я взял, чтобы всегда были запчасти на кроша. Если с ним что-то случится, то его можно будет с другой тачки просто снять запчасти и поставить. Просто мотор сколько он был? Ну, мотор вышел 100 тысяч бы. Да? Я подумал, а тут типа целая машина 165к, она полностью на ходу, и типа все, что нам нужно, с нее можно было снимать. А так бы, если бы мы меняли мотор, там к мотору еще бы что-то не хватало, так как это, ну, не такой же мотор, это же другой, какая-то еще мелочевка и вся вот эта фигня, и по итогу бы бэкс. Мотор М50, да, B25, вроде как. Если они... Либо M50 B20, либо M50 B25. Я могу сейчас спросить, если уж так интересно. А че, мотор же вообще пиздец, сколько стоит? Да нет. Я спросил, как думаешь, за сколько в порядок бэху сможем привести? Он написал, недели полторы. Там же нужно прокладки и т.д. Расходники тоже потребуются. Минимум полторы недели. Я думаю, что к моменту, когда я... Мне сказали, что через месяц после операции я могу одевать шапку, уже полностью жить, как и жил раньше. Короче, реально, просто я сейчас смотрю, там пизнег. Я в окна смотрю каждый день, и там снег, типа, лежит. Я понимаю, что можно всякую хуй привязать. И в говно поесть. Ехать по снегу, по всей хуй. И болтоход можно какой-то арендовать, тоже по снегу поехать. Здорово, дедуль. И еще можно там какой-то, не знаю нахер. Еще у меня кое-какие приколы в припасочке лежат. Что можно? Я юхер. Да и вообще просто по снегу пойти погулять, просто на байдарке с горы спуститься. Ебать, кайф. Хочется, это, конечно, очень сильно хочется. Поэтому я и решил извиниться перед вами, что так произошло, что мне... Я дома сижу, каждый день Казик стримлю. Большая часть людей меня понимает и пишет все нормально, но есть такие... Хотя, конечно, что мне оправдываться перед хуйцами, которые используют нас в качестве, типа, просто вечер свой весело провести, и которым пох то, что у нас может происходить в жизни. Но я больше это извинение преподношу как раз для аудитории, для вас. Кто сидит за нами, сидит на всех стримах, там. Мне пох. Вот когда... Если что-то будет тильтовать меня на стриме, на ирлах и так далее, если будет какая-то хоть происходить, я скажу, чтобы Сита всех банил, нахуй. Ну, забанит он 2000 человек за стрим. Остальные 30 тысяч человек подумают, ну, нахуй мне это надо, буду себя адекватно вести. Я так думаю. Мне так кажется, что так будет. И как будто это правильнее сделаешь для настроения моего, типа, бывает, Лёху тоже задевает эту хуй, и так далее. Для общего настроения. Просто самый цинус вот того, что происходит на стримах, от чего вообще все зависит, это настроение каждого, чтобы не только там, типа, у Саши было хорошее настроение, но и у меня, и у Лёши, и у Владика, у всех. Чтобы у всех было хорошее настроение. Если у всех будет хорошее настроение, мы, сидя дома, из них просто сделаем самый охуенный веселый стрим мира. Но если у кого-то из нас будет настроение плохое, или кого-то затильтует чат, или еще что-то, это еще может перекинуться на кого-то из других, у кого было нормальное настроение, что ли, какого хуя тильтует, или еще что-то типа того. И по итогу этот стрим может в хуй превратиться. Вот. Так что будьте всегда, пожалуйста, на ирлах аккуратны, типа, как-то более понимающе относитесь к нам, потому что мы люди, мы можем совершать ошибки, мы можем вести себя как-то неправильно, там, или еще что-то. Все, что угодно может с нами происходить, потому что в первую очередь мы, типа, люди. О! Привет. Привет, Донатик. Здорово, здорово. Че ты, надурился? Чего это?
Я в нормальной форме, все окей. Да ты, мне кажется, каким-то дурманом дышал. Я 3 раза подряд выявил, как тебе такое просто? Выявил? Да. Кого ты выявил? Так правильно же выявил говорить. Ты выявил, ты сказал, а не выведел. Ну ладно, сори, тогда я ошибся вдруг. О. Боты.